Добрый вечер, Сума. Здравствуйте. ГАИ областный инспектор ДПС. Вам не интересно больше? Все машины стоят, вот я проехал. Где проехал? Ну, здесь только что. Так и все проехали, я поехал за ними. А? Все проехали, я за ними поехал. Все как бы останавливаются, знак, видите, стоп-контроль стоит. Ну да. Но. Я остановился, потом поехал. Где? На знаке. На знаке? Да. Можно водителя спрашивать, кстати? Так, а в чем причина остановки? Не остановка на дорожный знак. Так я останавливался. Можно, ну видео. Можно посмотреть? Внесете? Ну, как бы честно, стационарный компьютер. Не, ну а как? Ну, можно посмотреть, если хотите, давайте пойдем. Не хочу. Хорошо, ну, давайте так. Вы зафиксировали это стационарной камерой. Да. Можно посмотреть на нее сертификат? Да, ну, конечно, там я даже вам есть. Сюда я вам нести, как вы хотите. Почему? Даже не принесем. Ну вы протокол будете здесь выписывать? Надо здесь. Да. Здесь. Ну вы можете заодно взять сертификат? Какой сертификат? Нет, там это... этот, как, номер. Инвентарный номер. Инвентарный номер. А что, о чем? В 33-м приказе есть. Так на балансе в ГАИ. Так инвентарный номер даже на табуретке. А дело в том, что видеокамеры вообще не сертифицируются в Украине, ни одна видеокамера. Ну а как это видео это может товар, быть? Это товар, который не попадает на территорию Украины без сертификации. Видеокамера не измеряет, Ну при чем здесь сертификация? Сертификация есть даже на холодильник. А... Серьезно? Ну конечно. Какая сертификация? Ну как, вы говорите, товар любой, попадая на Украину, он сертифицирован. То есть там будет написана модель, и что вы можете прийти гарантированный срок, пройти, да, и все. Да. А какая-то это не сертификация. Это данный товар, который попадает на территорию Украины без сертификации. Давайте это... Ну да. Паспорт нет. А? Есть инвентарный номер, она стоит на балансе. Паспорт не взял. Она не измеряет скорость видеокамеры. Технический, регистрационный, да, можно есть. Можно на машину? Ну, регистрационный где? Просто у меня нет. То, что вообще не имеет никакого. У меня нету. У вас с собой нет рейтинга? Не, ну, хозяина машины, может, есть. А, вы не хозяин? Нет. Я не хозяин, я водитель. Вы как можете ходить? Вы знаете, что он должен быть у вас? А? Вы как водитель, документы должны быть у вас, и вы обязаны их предъявить. Сертификат, пожалуйста. Сертификат можно посмотреть? Да, да, будете посмотреть. Не, мы на него проходим. Мы будем составлять протокол. Если да. Будем составлять протокол, давайте сертификат, все документы на какую-то видеофиксацию. Будем составлять протокол, я вам покажу документы. И... Давайте начнем с того, что вас остановил работник милиции. Да. Правильно? Там правило, да, четко написано. Ну, законно, Украине, законно остановили. Движения, законно конечно. Остановили. Да, конечно. Во-первых, сейчас сирена, вы видите, не просто так знать. Сирена? Да, это операция, какого, все украинское. А до какого она числа проводится? Она до особого распоряжения. Во время, вот так вот, до какого числа. Ну, буквально... Что? Некоторое время назад нам инспектор сказал, что заканчивается в 8 часов вечера 21 числа. Я не знаю, кто вам говорил. 21 ввели только вчера. 22, то есть 22, не 21. Посмотри канал Виталина там, понятно. Ваш основной работник милиции, да. Потребовал предъявить документы, вы их не предъявляете. Да я показывал. Закон Украины должен быть. Показывать это не значит, что знать, показать, что у меня есть. В смысле, ну он прочел. Все. Он прочел, он должен убедиться, зафиксировать, он уже запомнил фотографическая память. Может, ему нужно пойти проверить по базам, что? Правильно? Ну так а что надо проверить по базам? Есть номера? Автомобиль, ВАЗ. Ну пожалуйста, его номера есть. Что номера? Вы сказали, что не ваш автомобиль. И что? Так ну, проверить его уже можно а по базам? А ВАЗ проверить? Вы же можете сидеть правильно, просто это даже не ваш автомобиль. Ну что ж. Может, вы в розыске находитесь? Ладно, вы можете показать свое удостоверение? Что? Свое удостоверение. Вы свое сначала покажите вам инспектор. Подождите, во-первых, вы знаете, что вам только не показать. Что вам только не показать уже? Сертификат, удостоверение. Вы подошли, обращайтесь. Конечно, пожалуйста, вам показать. Вам от этого легче стать. Ну вообще да. Конечно, пожалуйста, вам показать. Вам от этого легче стать. Ну вообще да. Да вы думаете, с автоматами здесь на стационарных постах выездны? Не, а при чем здесь? Я хочу узнать. Вы знаете то, только что вам не нужно. Я хочу. Что вы ничего не знаете. То только что вам не нужно. Я хочу. Что вы ничего не знаете. Что вы ничего не знаете. Вот это я знаю. Что вы ничего не знаете, вот это я знаю. Внимание, я хочу просто спросить. Слушайте, а чего вы так разговариваете? Я не могу понять. Ну человек нормальный, я ничего так разговариваю. Александр! Ну что? Только не надо шокать, пожалуйста, нормально. Вы специально нарушили, ребят, зачем? А ты чего? Кто специально? Секунду, я не понимаю, что это за разговор вообще такой? Что это? Ну тебе легче станет. Какой сертификат? Тебе легче станет, если я покажу тебе регистрационный документ. Ну вот нормально, тебе легче тебе станет. Ну конечно, он проверяет. Не, ну тебе легче станет. Мне? Приятно, когда ты так разговариваешь. Легче тебе станет, если я сейчас документы все дам и будем составить протокол. Тебе полегчает? Саш! Не, ну вы так разговариваете. Ну я понимаю.
ну вы же понимаете, вот это целый день вот такое все остальное. Нет, так давайте его за волосы вытащим. Ну не, ну если что, не вытягивает. Не, ну так, так давайте попробуем. Как нормально? Как нормально? Ситуация спорная, человек не согласен. Вы начинаете. Стойте, ну я без спора. А подождите, мы вам хотим показать, что вы не умеете нормально общаться с людьми. Вот в чем проблема. Провоцируете просто. Так какой провоцируете? Вы провоцируете, что останавливаете. Смотрите. Нарушение правил дорожного движения не есть провокация. Это всего-навсего есть нарушение правил дорожного движения, которое вы должны фиксировать, должны убегать водителя. Теперь, люди бывают разные, водители бывают разные. Бывают конфликтные, бывают не конфликтные, бывают, которые не понимают, бывают, которые понимают, бывают, которые делают, но не понимают. Вы должны, вы общаетесь с людьми, у вас работа общаться с людьми. Поэтому каждому надо иметь подход. Если что-то хочет, секунду. Ладно, уважаемый, давайте мы прекратим эту дискуссию. Я узнал человека, просто это видео. В смысле? Так что теперь? Давайте Так подождите, из-за того, что вы узнали, вы не хотите по закону поступить? Я хочу по закону, просто со мной сейчас бессмысленно поговорим. Почему? Как бессмысленно? Ну мы же говорим предметно, возьми камеру. Мы же говорим предметно, правильно? По сути. Есть человек, он что-то нарушил. Давайте доведем его вину и накажем. Мы не против, но сделаем это по закону. Я это слушал до тех пор, так не пока... Не обязательно доказывать. Не обязательно по закону. Нет. Не обязательно доказывать, можно предупредить, ребят, правильно? Можно, но для никто того, что сказал, что протокол составится. Нужно убедиться в том, что есть документы. Что бы на вашем месте я делал бы дальше? Я бы принес... Установить личность хотя бы. 100%? Ну, я не могу принести вам сертификат. Почему? А зачем личность устанавливать? А сертификат не можете показать. В чем проблема? На что? На камеру? Ну вы же, да, ну вы же знаете, что он у вас есть. Есть. Так а в чем проблема? Вы же все равно, он вам говорит, где вы будете составлять протокол? Будет составлять протокол здесь. Несите сюда протокол, возьмите сертификат. Я погляжу, дам документы, составим, и я поеду. Нет проблем. И потом начинается вот это, документы. Покажите свое удостоверение. Оно тебе надо. Ну. Я уже растерял. Я спросил, да. Нет, ну нет, ну как бы... Я просто, сама ситуация, стационарный пост, правильно? То есть люди начинают рассказывать, что... Я не уверен, что это работники. Пока мы стояли, пока мы стояли, три машины прямо не остановилось. Почему их не... Почему не... Ну вот тут не остановили. Я не знаю, не видел. Если вы наблюдали... Ребят, я считаю так, что если вы считаете, что этот водитель нарушил, его надо привлекать к ответственности. Отпускать его нельзя. Если он не нарушил, желаем счастливого пути. Операция «Сирена» заканчивается сегодня в 8 вечера. Это нам говорил инспектор, это нам говорила горячая линия. Вчера нам вообще сказали, что 21 числа она еще закончена. Вы говорите, что до особого предупреждения. Когда эта «Сирена» закончится? Мы только что проходили всю Украину. Для меня, как инспектора, извините, что я перебьюсь. Пожалуйста. Для меня, как инспектора, правильно, у меня придет бумага, закончилась. Правильно? Хорошо. Придет телеграмма, закончится. Мы как, ну, вот, водитель как гражданин имеет право узнать, кем подписан приказ и от какого числа. Для чего? Для того, чтобы убедиться, действительно была ли сирена, и подать информационный запрос. Это можно узнать? Кем подписан приказ о проведении сирены и от какого числа? Мы приедем домой и напишем, что были остановлены, потому что был план сирена, показали документы, открыли багажник. Там, ну. У меня есть там по-любому служебная телеграмма. Ладно, ребят, действительно проехали всю Украину, не обижайтесь. Ну, такая вот проверка. Так что? Нарушили мы, что не нарушили? Если вы считаете, что нарушены, я бы вам предложил бы составить протокол. Если не нарушили, да. Ну считайте, что проверили адекватность граждан. И все, да нет, помощь, мы разберемся, да? Нормально. Ну все тогда, удачи вам, давайте. Давайте, счастливо. До свидания. То есть конечный итог должен был просто установить личность человека, не обязательно его наказать. Но будем считать, что личность установлена. Да, всего доброго, до свидания. Удачи, ребята.